Доброе утро. Продолжаем готовить. И ну, буквально два слова о сегодняшнем блюде. Это будет курица капрезе. Вот такой диетический будет обед. Ну, у меня завтрак. Мне нужна готовка. Духовка на 180 градусов. Я буду испекать нашу курицу. Вот, и все буду готовить саму. Поточу лучше. Налезу спокойные дырки. Ну, так как у меня выпрямленки, и я не делаю ничего классического, помидоры у меня будут желтые, а не красные. Так вот. Еще обратите внимание на мою доску. Прекрасно. О которой я говорила. Теперь вот курицу чуть-чуть обрежу жир. Хотя она вообще хорошая. Хорошая качественная филе. Теперь вот надрежу. Я. Тоненькими, как слайсами, но не дорезаю. Ну, так она и приготовится быстрее. Ну и, собственно, салатик будет там внутри. Солю, перчу. Вот малышки получились. Я их так разрезаю. Положительный момент этой доски в том, что на ней можно резать все, что угодно. И мясо, и овощи. И она быстро моется. И не оставляет на себе вот всяких микробов. Так. Такие какие-то здоровые куски помидор получаются. Но я думаю, это будет только вкуснее. Здоровенное филе получается. Столько... Ой. Красиво же. Хорошо. Все, и потом в духовку на полчаса. Спасибо.
вкусная моцарелла. Чую, пробовать. Ну все, пробедаю духовку. На 30 минут. Заметить 6 утра. Ну, хлебну кофе. Люблю кофе по утрам. Микрогрин базилика. Уже, конечно, немножечко. Не юн. Вот. Но по-прежнему хорош. Это будет в нашем блюде. Ну, потому что какая моцарелла с помидорами без базилика? Все достаю. Посмотрим. Ух ты! Я даже посмотрю, опустил сок. Что я наваяла здесь. Шипур. Как вам эта красота? Вот так вот. Как здорово. Конечно, это порция не на одного человека. Нет, но есть, конечно, люди, которые могут съесть такую огромную порцию. О! Красиво. Мне еще перчину сверху. Так. И... веселенький микрогрин. А пахнет как? Вы себе не представляете. Чуть-чуть так. Во, красивенько. Очень интересно, что это тут наваяло. Как это? А что? Это очень сочно. И классное сочетание. Овощей. Помидора, сыра и курицы. Прекрасно. Да. Но главное сочно. Ну и достаточно быстро. Приятного аппетита.